Привет любителям игры Asphalt 9, и на этом стриме я буду открывать такой автомобиль, как Chrysler ME412. Да, народ, что-то в последнее время конкретно ударился я в коллекционирование автомобилей, и вот как раз следующей моей жертвой этой затеи станет данная тачка S-класса, которая особо в принципе ничем не выделяется, но в первую очередь я ее открываю, потому что мне будет не так уж и много чертежей не хватать для того, чтобы ее открыть, а глядя на мои запасы жетонов, можно сразу понять, что особо сильно по ним это не ударит, и поэтому, почему бы и нет, я решил автомобиль просто открыть, для чего и проведу сегодняшний стримачок. Ну, давайте для начала я конкретнее покажу, что у меня тут по чертежам. Вот как вы сейчас можете видеть, 46 из 85, но тут еще два фактора будут играть свою роль. И первый фактор, который это будет делать, это то, что я еще не забрал все чертежи с этой специальной акции. Вот я специально под данный стрим оставил тут последний этап, который лично я могу пройти. Это этап 14. С 14 этапа я смогу забрать 2 плюс 3, 5 чертежей, и у меня получится 51 чертеж. Соответственно, будет не хватать 34. Не знаю, почему меня на прошлом стриме исправляли, что я типа что-то не так посчитал, все правильно. Но дело в том, что здесь-то по специальной акции все правильно, но второй фактор, который, как оказалось, внезапно всплыл, это то, что вот тут вот у нас еще в пропуске легенды на, по-моему, 19-м, да, этапе затаились еще 6 чертежей на данный Chrysler. Поэтому, конечно же, их я тоже буду забирать. И с учетом всех вот этих вот чертежей, которые я могу еще получить, мне будет не хватать до открытия тачки всего-то навсего 28 чертежей, народ. 28, да что это такое? Это просто крохи какие-то. Неужели нельзя пойти и открыть себе новую тачку в гараж? Да, конечно, можно, и я считаю, что нужно это делать, поэтому я ее буду сегодня открывать. Но открывать я ее буду не сразу, потому что, как у меня водится на канале, когда какой-то слив жетонов происходит, то я его начинаю там, через полчаса где-то примерно, как только начинается стрим, пусть народ подходит на эфир и посмотрит, что мне сегодня будет выпадать на Chrysler. Ну, конечно, никакой интриги нет в плане того, что там можно слить жетоны и в никуда. Нет, конечно же, тачку я открою по-любому, но сколько улетит синих, сколько паков придется купить, это мы еще все узнаем сегодня. Жека Казах сегодня был первым. Вот точно, чисто твое первое место, вообще ни с кем не оговаривается, красавчик. Без каких-либо предупреждений заранее, все. Пришел первым на стрим, отписался, молодец. Значит, уведомление, кстати говоря, пришло, это тоже похвально. Спасибо, YouTube. Даня Джи, привет. Болт, здорово. Саша Ильченко, тоже привет. Гоша, только с душа, ну давай. Мог бы еще полчаса там провести, как говорится, потому что слив жетонов будет начинаться не с начала стрима. Красный говно редкостное, зачем ты его открывать собрался? Все уже объяснил в прелюдии этого эфира, что, зачем и почему. Дмитрий Карышев, привет. Михаил Большаков, здорово, хорошего дропа, спасибо, не помешает. Хонор, привет. Свет вырубили, но как бы с мобильного интернета смотришь, да? Ты еще как бы не вырубился от стрима, Даня, так что сиди на стриме, пока есть возможность. Кригер, здорово. Олег Борзых, привет. Смурф, привет. О, Саша Беляев сразу подошел, приятно видеть. Здорово, братишка. Я такой, да-да-да, ты всегда стремишься быть первонахом. Как ты там, отошел уже от своих этих самых приключений? Ксяомовских приключений, но немножко в другом смысле. Не в смысле технологий. Потому что было у тебя такое дело. Ваня Гринько, здорово. Так, уже 50 зрителей подошло на эфир. Отлично.
хороший онлайн подбирается. Ну, как я сказал, для начала, для разогревчика, наверное, у меня будет первая сетка. А потом, как вот 30 минут стукнет нашему эфиру, то я пойду, пройду специальную акцию, конечно, заберу чертежи из пропуска, и уже после этого будем выливаться капитально с жетонами. Ну, может быть, не очень капитально, конечно, получится, но тем не менее, тратиться я буду сегодня. Так, ну что, я нахожусь на данный момент в платиновой лиге. Какую же машинку брать? Начинать сразу с козырей, с Lamborghini Countach или что-нибудь такое для разминки другое взять? Ну, давайте я возьму, наверное, Aston Martin Victor. Для начала. Chrysler Top, старая ведерко со 8 с бешеным ускорением в то время. С бешеным ускорением в то время. Вот прикинь, да, какое там было ускорение. Откуда жетонов наколядовал? Привет, Гермес. Ну вот представь такую ситуацию, Гермес, если бы я, например, не сливался на коллекционирование автомобилей, если бы я не открывал тот же Дракума, например, с предыдущих обновлений, тот же Инферно, вот этот наш новый, там Pagani Huayra R я тоже открывал для коллекции, и вот эту тачку я буду открывать. И подумай просто, сколько же у меня было бы в таком случае уже жетонов, и, наверное, общее количество, ну, не знаю, уже приближалось к сотне тысяч, наверное. Но так как я периодически жетоны сливаю, вот у меня спрашивают иногда, вот, как вот, сколько времени ты копишь столько жетонов? А я отвечаю, так это ж я не постоянно коплю, я время от времени сливаюсь на то, на все. Поэтому я вот не могу так точно ответить, сколько же ушло времени, чтобы набрать вот эти вот жетоны. Они иногда тратятся. А если бы я не тратился, сейчас бы, ну, 80 тысяч, наверное, точно было бы уже на счету, даже 80 тысяч плюс. Но, тем не менее, все равно. Вот единственное, в чем хорош данный пропуск легенды, это тем, что там навалили жетонов. Можно тоже подсобрать. Ну, еще хорошим, естественно, моментом по накоплению жетонов являются вот эти специальные акции, которые запускаются. Ну, вот почему я тоже считаю этот пропуск не очень хорошим, потому что в данную спецакцию можно было зайти, не покупая пропуск. Потому что если, например, есть такая спецакция с пропуском в каком-либо из обновлений, тогда это же не просто спецакция, он запускается с пропуском, это дополнительные жетоны еще получаются оттуда. То есть если покупаешь дополнительно пропуска, то дополнительно можно собрать жетонов. Это тоже, это я уже, блин, что-то как-то начинаю, что ли, пропагандировать покупку пропуска. Не, народ, это вы решаете, конечно, каждый сам за себя, покупать его или нет. Но это я говорю, просто меня спрашивают, откуда столько жетонов. Ну вот, например, с пропуска тоже жетонов наваливается нехило. Гонка на МА, да, началась Амана. Ну, начинаем мы с Aston Martin Victor. В принципе, для этого сезона, я считаю, что неплохой автомобиль. Миша, ДМ, привет. Сегодня день стримов. Ну, неплохо. Еще, кстати, VS-ки SOM стримит, но я уже решил именно запуститься сегодня, потому что сегодня еще на стриме есть пока что возможность проехать гонки Клэша. Это я тоже оставил под эфир, так что сегодня будем еще и Клэш катать. А завтра, если я запущу эфир, то уже, ну, не получится. Как бы с Клэшем, ну, только если этап атаки, но я не могу в первый день атаковать. Там у нас админы сначала разбираются, что, куда, кто становится, на какие линии. А потом уже едем. Ну, обычно так происходит. Но защиту можно покатать, конечно. Не пополнился Витюша мой дополнительными эпиками с этого сезона. Надеялся я получить на эту тачку хоть что-нибудь, но не выпало. Поэтому остается в таком ранге, но тем не менее, до сих пор лучший автомобиль, который был добавлен в пропуск легенды. Вот что ж такое, опять я за этот пропуск начинаю говорить. Сегодня прям какой-то стрим на эту тему. Слишком много я говорю про пропуск. Призрачный, непризрачный, народу по барабану, берут Ванду и идут, угорают в сеть. Ванда топит, короче говоря, в этой игре. Альба, привет. Давно на Виктора охота была? Ну, где-то с полгода, да нет. Может, даже чуть больше. Я просто что запомнил эту охоту на Виктора, потому что когда я ее проходил,
тогда у меня капитально просто перегрелся телефон. И это, наверное, было уже ближе к лету. Поэтому я помню, что просто запредельные какие-то градусы были. Так, ну ладно, давайте тогда переходить на какую-то другую точилу. По две катки проеду. Что еще интересного можно взять? Ну, например, давайте возьмем Aventador J. Почему бы и нет? Людомир, привет. На Арис тоже будешь вливать? Нет, на Арис я вливал на прошлом стриме, на 3 звезды поднял, и этого, я считаю, достаточно, там дальше вливаться нет смысла. В КВС попали, ну мы, кстати, тоже попали на какой-то украинский клуб, так что сегодня буду защиту катать, и все задания выполнил, это где ты имеешь в виду? По эпизодах, да, ну если ты имеешь в виду с пропуска, то да, все выполнил. И уже могу чертежи забирать на Chrysler. Александр, привет. Так, сегодня стартуем с Шанхая. Сегодня мне решили немножко такой отпуск на стриме дать от Осаки или что. В основном Шанхай. Давайте какое-нибудь следующее обновление, если вы уже решили по две трассы добавлять в первую сеть, то давайте следующее обновление назовем так, скоростное обновление, и добавим в первую сеть, вернем Гималайи, во-первых, а во-вторых, заменим Гренландию на Каир, и это будет вообще скоростной сезон, будем выжимать все соки из автомобилей, но понятное дело, что обладатели Хураканов и Ван сейчас меня капитально не поддержат в этом плане, но тем не менее, я бы от такой идеи не отказался бы. Но если говорить глобально, то я бы отказался бы в принципе от идеи двух трасс в первой сетке, но раз уже так решили, я вот вам офты, вы же меня точно слушаете, да? А то я как-то говорил, что надо как-то так пропуски, знаете ли, балансировать, чтобы и последний день сезона тоже играть с дополнительным топливом. Ну, вот они сделали в этот раз так. Может быть, меня послушали, но это конечно, не точно. RS топ-тачка. Ну, топ-тачка, если кто вливается именно в тачки для Клэша, то... Ну, 1500 синих, так это неплохо. Именно на такую продолжительность сезона. Раньше-то 1500 синих давали, или даже меньше, на 2 раза дольше сезон продолжался. Охоту особо не фармил. Не, я знал, что тачка норм, поэтому я, конечно же, фармился капитально. Да, Миша, Клэш. Будем сегодня гонять. Legends of UA, да-да-да, вот этот клуб нам попался. Ну, Clash я буду еще именно выкатывать, поэтому все покажу. Конечно же, до этого дело дойдет. Рим и Карибы, вот мистер Саут хочет в сетку. Интересный выбор, это такое что-то, что-то среднее, да? Ну, раньше Карибы считались конкретно трассы для поворачиваемых автомобилей. Но я уже считаю, что это для всех видов авто подходит. Универсальный, в принципе, трек, если научиться на нем катать. Ну вот уже и Осака врывается в наш стрим. Ну, народ, Ванда это не панацея. Мистер Андерсон попался. Это я не знаю, это может быть он Сома снайпит, не меня. Но, тем не менее, это не отменяет того факта, что я попытаюсь его все-таки догнать. Максималка у меня повыше, чем у Ванды будет. Ну, конечно же, в этот поворот именно Ванда пободрее заходит. Ну, в принципе, второе место тоже неплохо. Шанхай, Шотландия вот еще выбирают. Ну, я же говорю, мой выбор это Гималай, Каир. И топчик будет. Еще 3 эпика на лампу Джей золота. О, ну я уже давным-давно... Или посмотрите, какая у меня позиция. Короче, я просто джекпот выпал у меня. Но на самом деле это не очень хорошо. И до легенды еще довольно-таки далеко. Поэтому давайте врываться на более интересных авто. Ну, начнем, наверное,
Давайте с Кеона начнем, а потом Кунташ возьму. Может быть, что-то такое произойдет, что перебросит меня в легендарную лигу, и завершение этого стрима уже проведем на S-классе тогда. Музыка какая-то еле слышно, блин. Так, ну пробуем. Ну вот этот момент, конечно, меня просто вымораживает на этой трассе. Постоянно встряешь в этот трафик. Дел. Так, ну каким же я доеду в этом мясном мясе, четвертым или пятым? Один хрен рип, получается. Ну тогда, может быть, Аперту попробую, может, о ней будет поинтересней. Жора, привет, Суперсоник, здорово. Почему не едешь ГП, которая ВК? Что ВК? Что это имеется в виду? ВК я не знаю. Мик Феллон, здорово. Ну, наконец-то уже какой-то нормальный музыкальный трек, а то прошлого вообще не было слышно практически. От меня там хотят в нашем клановом чате в ветке, где обсуждается Клэш. Надо будет посмотреть, а то я сейчас на стриме пойду катать Клэш, а потом в меня тряпками начнут бросать, что я что-то не так сделал. Ну, хотя бы тут победа. Ну, давайте, навалите мне рейтинга на плюс 40, что-нибудь такое. Ну, 34, в принципе, сойдет. Как раз до белой перты подходит. Неплохо. Открыл Краслер. Нет, бэклидер еще не открыл. Я все жду, чтобы народ подходил на стрим. И тогда будем открывать, чтобы все это было для всех видно. По гонке БС тоже сложновато. Ну, давайте тогда... Вот тут, видишь, сразу противоположное идет мнение. Поганка норм, а Аперта так себе. Ну, видите, прошлой гонки у меня на Аперте получилось, поэтому давайте я на ней продолжу. Я пока загляну в наш клан-чат, что-то меня там пинганули. Что происходит вообще? What the hell is going on? А, просто напоминает, что уже скоро заканчивается Clash, поэтому надо катать. Просто такая напоминалка. Ну, я народ оставил под стрим это дело. Поэтому так, Жека, привет. Так, ну что, давайте смотреть. О, вот это мне дали комнату. Это еще и Шанхай Пудун дали. Ну, просто гениально вообще.
Это мне что, хотя бы попытаться обогнать Бугатти Дива здесь, это задача максимум на данную катку. Ладно бы дали бы какую-то Осаку, хотя и то, я думаю, шансов особо не было бы. Ну, Electric Air, да, это хороший автомобиль, действительно. Но на более прямых трассах, наверное, именно Гликенхаус тащит. Ну, не будем извращаться и вспоминать про ТВР Гриффит. Зато придется извращаться в этой гонке. Потому что тут сплошной S-класс. Ну, Веном, конечно, вообще не знает, что такое во Феррари Аперто. Улетает, просто не заметив меня. Ну, я уже спокойненько тащусь на своем законном последнем месте. А другого-то и ожидать особо не приходилось. Видите, тут лиги смешанные, поэтому довольно трудно, может быть, попадание именно в легенду. Поэтому, как говорится, в идеале, чем быстрее ты туда попадаешь, тем лучше. Тем меньше у тебя нервотрепки, чтобы потом попасть туда. Ну, давайте мне мои заслуженные затащенные минус 20 и нормальную какую-то, а даже минус 17 дали, даже не все так плохо. Получилось. Выходи. Ну, вышел бы, наверное, минус 20 получил. Хотя не знаю. Бекка, здорово. Ну, я продолжу свои попытки на Ферари Аперте. Просто откроешь на одну звезду. Да. Не более того. Ну, может быть, в каком-нибудь паке, в последнем, который я буду открывать, выпадет сразу две пятнашки, и тогда автоматом получится две звезды открыть. Но это далеко не факт. Так скажем, 99%, что это не факт. Как видос с лайфхаками продвигается? Да, кстати, по поводу видоса насчет лайфхаков, я на прошлом стриме говорил, что столкнулся с проблемой записи определенных моментов, для которых нужна именно классическая сеть. И я могу сказать, что я успел записать все те необходимые моменты, которые хотел. Не сказать, что прям максимально идеально, как я это планирую, но тем не менее, самое главное, что суть того, что я хочу сказать, передать, получится. И поэтому я сейчас продолжаю клепать этот видос. И в ближайшее время, я думаю, он появится уже. Причем последний момент, который я хотел записать, я его записал уже, ну, в ночь на вот этот последний день сезона, то есть, можно сказать, в последний вагон влез с этой записью, то что мне так повезло даже в этом плане. Так бы пришлось бы ждать, потому что, ну, извините, или делать уже нормально, или ждать. Вау, вот в Осаке, видите, Аперто затащило. Даже несмотря на то, что был какой-то там С-класс. Ну, Гимеру, да, вот я видел. Ну, понятное дело, что теперь Гимера это не редкость у нас в сетевой игре. Достаточно много народу вложилось в эту тачку. А как же Кунтаж? Ну, это спойлер небольшой. Кунтаж, конечно же, будет, но будет он после Аперты. Или уже переходить на него. А то, знаете, я, может быть, в легенду войду раньше. Ну тогда давайте, раз уже обмолвились про Ламбу Кунтаж, тогда давайте на нем. Спасибо, Саш, да, вот получилось затащить. Дело в том, что в этом гран-при, который... ну, класс, тут уже не получится затащить, какую бы тачку я ни взял. Вот в этом гран-при, который нам запустили повторный на Volkswagen, здесь вот использовать старое видео в плане того, что в какой уровень призов, в какое время надо ставить, или записывать новое видео для этого уже труднее предсказать. Вот как-то я это заметил. Я когда повторный гран-при запускали, тоже пытался по этим видосам грубо попадать в уровни призов, но что-то нестыковки какие-то были. Поэтому, ну, как бы доверять еще меньше можно.
Но лично мне абсолютно до лампочки это гран-при, так как у меня есть, во-первых, декаль на этот автомобиль, во-вторых, есть все необходимые эпики для того, чтобы в перспективе сделать эту тачку золотой, как только она у меня достигнет прокачки в 6 звезд. Ну и самое главное, что, конечно, у меня уже есть ключ. Ну и видос по поводу Volkswagen также на канале присутствует. Посвящал я ему видео. Видео называется «Кирпич в гараже». Но почему кирпич? Потому что если смотреть сбоку на эту тачку, и именно вот сбоку и сзади, она прям такая какая-то квадратная. Прям вот у меня такая ассоциация возникла с кирпичом. Поэтому для меня, ну, по сути, дополнительных чертежей собрать на Volkswagen. У меня он сейчас на 4 звезды прокачан. И, ну, конечно же, там краполюшечка жетонов. Это все, что мне интересно в данном гран-при. Я не парюсь, какой уровень призов я там попаду. Как дела, Сэндов? Все нормально, все стабильно. Стримим потихоньку. Почему бы не слиться на кирпич? Ну, народ, вы же знаете, у меня другие приоритеты в Б-классе, нежели кирпич. Тем более, там достаточно много не хватает чертежей. То есть у меня 4 звезды, и там вроде бы 14 чертежей на пятую. То есть из-за того, что эта тачка с ключом, то вот на последние звезды там очень много надо чертежей. Так что тут затраты будут довольно существенные. Ну, конечно, да, если бы я вложился в Фольца, никаких проблем бы у меня не составило, чтобы его в золото именно себе вогнать. Но, тем не менее, не считаю я это прям таким must-have'ом себя в гараже. Продолжаю ждать свой ненаглядный Макларен. Осака дает мне шанс. Если, как говорится, в Шанхае попадаешь на какую-то легендарную комнату, шансов практически нет, то в Осаке можно еще побороться. Но вот... Ну, видите, две трети я проехал, практически меня даже Ваном только сейчас обогнал. Так что не все так печально. Эх. Жаль, что это не классика. Сейчас бы я как заблокировал бы тебе путь, РПМщик. Но все-таки я успел четвертым ворваться. Там еще Астон Мартин Валхала меня присылала. Кстати, Валхала, видите, практически одинаковый у нас ранг автомобиля. Но, тем не менее, вот в одно время, можно сказать, доехали. 110 зрителей на стриме. Всем привет, народ. Скоро будем уже переключаться на открытие Chrysler ME412. А пока этого не произошло... У вас есть еще несколько минут для того, чтобы, например, поставить лайкос этому стриму. Почему бы и нет? Я считаю, что это хорошая идея. Также можно подписаться на канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Ну и если кто желает подбодрить автора донатом, то ссылка есть в описании, как всегда. Ну а тем временем у меня появляется шанс выиграть гонку, так как здесь нет ни одного S-класса. Много вант, конечно, это классика. Уже любого сетевого сезона. Давайте пробовать выигрывать гонку. Есть еще, кстати, Гликенхаус 007. Такой только у Жеки и у Джеймса Бонда, как говорится, 007. Ну, я про него сказал в том плане, что очень классное ускорение. Кунтаж таким похвастаться не может. Да, удивил меня, конечно, тот факт, что у этого автомобиля нет гибридной максималки. Вот бы ему на идеальном нитро 395 бы ехать. Ох, какая была бы эта тачка классная. Ну, а так, из-за этого я не могу прям кунтаж назвать исключительно флагманом А-класса. Это было бы несправедливо по отношению к другим автомобилям, которые там тоже присутствуют. На перте как-то удачнее. Но вот в этот раз, видишь,
я смог затащить. Ну, наверное, все-таки Countach более редкий автомобиль. И больше народу хочет посмотреть именно, как я на нем катаю. Не открывать эту тачку говнячку. Тачка говнячка. Ну, коллекционирование предусматривает открытие даже говнячек. Поэтому я буду открывать. Буду увеличивать свой number of автомобилей. Губа не трясется, максимум говорит, а почему бы и нет? Я думаю, это было бы годно. Тем более, автомобиль же не просто какой-то там автомобиль. Он на секундочку обладает максимальным рангом во классе, вы же не забывайте. Поэтому он же должен чем-то выделяться. Поэтому, например, такой максималкой он бы мог выделяться. И тогда бы я действительно сказал, что эта тачка едет на свой ранг. Но, ну, мне бы, конечно, эпиков на этот автомобиль получить. А то у меня всего 5 эпиков на него. Ну, уже более чем полгода прошло с розыгрыша этого пропуска лохотрона, как я его, помните, называл. Когда надо было тачки многие качать до определенной звездности, чтобы там дальше проходить, получить ключ на этот автомобиль. А чтобы вливаться на все звезды, так вообще, я молчу. Какие у меня были расходы. Амир, привет. Самое топовое ускорение, это в смысле с конца, наверное, имеется в виду. Слил жетоны на ЕСК, хотел 5 звезд поднять, потратить где-то 8000 жетоны, дроп был очень ужасный. Очень ужасный дроп. Ну, надеюсь, меня не постигнет эта судьба ужасного дропа сегодня. Вот бы гайд для новичков. Ну, как бы, не знаю, стоит ли в 2023 году рекомендовать гайд от Фликера, насколько он сейчас актуален. Ну, я думаю, в принципе, еще достаточно актуален, поэтому вот у меня в разделе интересных каналов есть канал Flickr Mobile Gamer. Мы там совместно с ним создавали этот гайд. И вот там его можешь посмотреть. Сейчас у меня в планах именно гайд для новичков по... Я сразу уточняю, чтобы вы, как говорится, не таяли каких-то особых надежд. Это не будет гайд из разряда, как вот это, знаете, как заработать 100 миллионов кредитов, играя 5 минут в день. У меня такого не будет на канале кликбейта. Это будут лайфхаки именно по вождению автомобиля. Это не в том плане, ну, как я сказал. То есть лайфхаки вождения. Чтобы вы не думали, что я сейчас вам тут расскажу, как за 5 минут 100 миллионов кредитов набрать. Такого не бывает. Так, все поразбивались, кроме меня пока что, но у меня еще есть возможность это сделать, еще более чем половина трека впереди. Это я там не смог догнать. Что за автомобиль был такой из Elite Team? А, это была Пининфарина Батиста на все звезды. Ну, это, конечно, тоже годный тазик. Ну, Хидан, сейчас на тебя набросятся, наверное. За такое умозаключение, те, кто вливался в Вауху или вымыл. Я считаю, что все эти 4 автомобиля, они достойны того, чтобы называться именно флагманскими автомобилями класса. То есть все 4, я считаю, что каждый автомобиль по-своему годен. И тут какой-то выделять отдельно, ну не знаю. Народ подсобрался уже. Да, народ уже подсобрался, поэтому давайте еще 2 катки я добью Аперту тогда. И после этого идем к Chrysler в студию, как говорит Гоша.
Вячеслав, нет, я не покупаю сетевой пропуск. Ну, я считаю, что там нет такого особого большого количества преимуществ для того, чтобы я его именно покупал. Даже я могу сказать, что сетевой пропуск, если я его куплю и действительно буду с ним гонять, он даже мне уменьшит мотивацию играть в сетевой игре. А знаете почему? Да просто потому, что те же самые, например, 30 тысяч очков, которые в первой сетке мы набираем, они наберутся намного быстрее сетевым пропуском. А гонять после этого, ну, мне очень трудно себя заставить. А если купить еще данный пропуск, то эти очки наберутся очень быстро, и потом что делать в этой игре? Я не понял, что произошло. Я как на каком-то Peugeot SR1, что ли, реально еду. Вообще капитально все улетели. Да. С легендарной лигой еще придется пободаться здесь, как оказывается. А, тут Виеский Сом был в комнате. Я думаю, что это такое происходит? Почему меня... Вы посмотрите на эту комнату! Да ладно, тут просто легионская комната. Нифига себе, это надо скринить по-любому. На память. Вы посмотрите. Это прям какая-то практически клубная гонка получилась. А у тебя Шоримакова нема, нема, Саша. Но если на него запустят именно паки, которые будут не мультипаки, ну или какой-то будет прям интересный мультипак, который меня очень сильно заинтересует, то, конечно же, я пойду на открытие Rimac Concept One. Я не посмотрел перед гонкой, просто читал чат и не увидел, что такая комната чисто из наших сокланов попала. Комната прям как в том меме. Да-да-да. Есть такое дело. Алмаз, привет. Ну, мне неизвестен способ разблокировки 120 кадров. Да и как бы... Даже если бы он существовал, не знаю, может быть, только на каких-то рок-фонах бы это имело бы смысл. На которых эти 120 кадров бы держались более-менее стабильно. Одному из моих сокланов посчастливилось поиграть на iPad, который поддерживает 120, говорит, ощущение просто топчик от такой игры. Как бы намного все приятнее, плавнее ощущается, нежели 60 FPS. Ну, это, наверное, уже дело 10-го асфальта, когда это будет более-менее распространено. Под конец гонки я смог собраться, собрать силы в кулак и все-таки ворваться тут хотя бы на вторую позицию. А то начало гонки вообще не задалось. Ну что ж, 125 зрителей на стриме, и я думаю, уже отложим немножечко попытку зайти в легендарную лигу на потом. И пока что переходим как раз таки к основной части данного эфира. То, о чем говорит его название, а это открытие Chrysler ME412. И вот, как я говорил в самом начале, конечно же, надо сперва забрать дополнительные чертежи на этот автомобиль с пропуска легенды. Плюс еще добавляется два топлива. А, блин, надо было оставлять одну заправку, блин. Тогда бы еще заправились бы и Countach у меня, и Aperta. Ну да ладно, уже поздно. Так, 52 чертежа. Но это еще не все, так как я не проходил 14 этап специальной акции и сделаю это прямо сейчас на ваших глазах. Соклады не особо тут торопились проходить эту акцию, вот только сейчас появились. 6 человек только успело проехать, короче говоря. Так, финиширую гонки и просто побей ее время. Это моя цель на ближайшие 5 заездов. Погнали.
У тебя есть, но ни веры нема. Ну, лучше наоборот, честно говоря. Лучше не вера пусть есть, а ремак Concept One подождет. Думаю, мой аппарат позволил бы Xiaomi 12T Pro. 12T Pro. Ну, смотря, что там как с охлаждением дела обстоят. Это, конечно, основополагающий момент. Ну, на Pocophone X3 Pro я бы точно не советовал играть 120 кадров, потому что этот телефон дохнет, даже если играть 60. Что я парюсь? Давайте я лучше буду чат читать. И ехать так вот, поскольку, потому что я думаю, я и так успею. Дропский дроп. Ну, сейчас меня ждет дропский дроп скоро. У меня не получается купить пропуск. Как его купить, если запрещено? Как его купить, если запрещено? Через Huawei версию, например, покупают, через этот AppGallery. Там такие заморочки, что я не могу конкретно ничего сказать на этот счет. Кул хорошо играет. Кстати, недавно же его канал вроде как воскрес. Я до сих пор на его канал подписан. И так очень удивился, когда мне пришло уведомление с его канала. Ну... Принципиально, не принципиально. Смотри, у меня сейчас одна из главных целей в игре. Это как раз цель возникла после моего прошлого большого слива жетонов на Lamborghini Countach. У меня возникла цель просто поколлекционировать автомобили, подобавлять себе тачки дополнительно в гараж. Потому что я конкретно так проседал по их количеству, и мне это не очень нравилось. Я так думаю, у меня S-класс вроде бы как довольно открытый. В А-класс я себе Countach получил. Я решил так, я наберу себе достаточное количество жетонов, чтобы у меня на случай чего был запас на McLaren F1 LM, если он вдруг появится. А все, что сверху, как говорится, я буду тратить именно на коллекционирование авто. Поэтому вот так вот я и сейчас играю. Привет, Вахит. Куда сперва вливать эпики на Аперту? Ну... Практически на все автомобили я лично вливаю сперва эпики именно в ускорение. Ну, это больше было актуально, когда у нас были только классические сетки. Это у меня еще с тех времен повелось, когда еще даже призрака не существовало в игре. Всегда вливайтесь в первую очередь в ускорение, чтобы избегать вот этого вот трэша на старте, чтобы вы всех обогнали, а потом уже спокойно ехали. То есть на 13 Pro Max играть в асфальт? Ну вот у Фликера, по-моему, уже этот телефон, 13 Pro Max. Надо у него спросить, как ему играется. Так, здесь два чертежа взял и еще один остается. Не, ну как бы тут даже дело не в большом экране. Естественно, чем, как говорится, больше экран, тем, как бы, наверное, интереснее играть. Но тут дело именно в плавности игры, в том, как игра ведет себя в долгую. Это тоже очень важно. Ну вот я сейчас играю на Poco X3 Pro. И тут уже достаточно большой экран в этого телефона, и я даже не знаю, как говорится, куда еще больше. Как по мне, уже достаточно увеличивать диагонали. Дальше это уже перейдет в разряд каких-то, наверное, планшетов.
А ведь раньше мы играли в гонки на каких-то там, я не знаю, 3 дюйма, 4 дюйма экраны, и играли же ведь как-то. И даже получали удовольствие. Ну а сейчас я не знаю, как бы даже взять телефон с экраном там 6 дюймов просто. Это уже, наверное, покажется мало. Дима Неважно, привет. О, еще один Дима подошел. Удачного стрима и дропа. Ну, посмотрим. Датчики с дропом, да-да-да. Это называется фаблет. А, да, кстати, было такое слово. Как только начали появляться вот эти Samsung Note первые, да, вот появился этот термин фаблет. Но сейчас... Сейчас вместо фаблетов у нас раскладушки вот эти вот, типа Samsung Fold. Но это далеко не всем такое заходит. Квадратные вот эти вот. То ли перетелефоны, то ли недопланшеты, что-то такое. 28 дюймов, но это же не телефон. Это, я так понимаю, уже монитор. А именно в руках, прикинь, держать 28-дюймовый монитор и на акселе гонять. Я представляю. Ну, вот эти условия, я думаю... Могу даже вообще, в принципе, не забирать. Мне особого профита с этого не будет, так как дальше по ивенту я уже никуда не попадаю. 290 условий открыть не получится. Ну и вот, народ, все чертежи я собрал. И, как я и говорил, 57 из 85. Ну и, в общем-то, самое время уже открыть данную тачку. 62 тысячи жетонов у меня на счету. И, в принципе... Даже можно там 5 паками ограничиться. Давайте посмотрим, что будет. Ну что, готовы? 3, 2, 1. Поехали. Василий, привет. А, ты фанат Самсунга. Ну тебе, значит, любые аппараты зайдут. Скоро ж 23-й, представят, да? Ждешь? Очень классный первый набор, вселяет просто невероятное количество оптимизма у меня. Три чертежа. О, уже 140 зрителей подошло, вот как раз, да, самый интересный момент эфира. Слив жетонов, так, ну этот пак по нарастающей идет. После тройки будет шестерка, как гласит народная китайская мудрость. Да нет, даже девятку, даже 12 чертежей, сейчас пятнашка, прикиньте, упадет, не-не-не. Такой щедрости не будет. Но вот под конец все-таки решили меня задобрить. Вот 12 чертежей выпало. Это хорошо. И 13 остается. До открытия Крайслера. Давайте третий набор. Лучше бы 12 оставалось, нежели 13. Было бы больше намного шансов. Третий набор, походу, будет копировать первый. Не-не-не, нифига себе. Уу! Три набора, народ, всего-то три набора. Вы посмотрите, какой дроп получился. Спасибо за пожелания, как говорится. Ваши пожелания, как говорится, лофтом в уши пошли. И вот они мне дали три, но потом 12 и потом 15. Так что трех наборов мне хватило для того, чтобы открыть Крайслер. Вот и все, народ. Это, как говорится, как укольчик, говорят. Это же не больно, это как комарик укусил. Так и вот, это же не больно, это всего 2700 жетонов слить. Это же не очень много, поэтому, конечно, для открытия Крайслера 2700 жетонов, даже, как говорили, что это тачка-говняшка, но, тем не менее, за 2700, в принципе, можно брать для коллекции. Да-да-да, вы представьте. Три пака, 30 чертежей. Вот так вот. 10 чертежей с пака. Средний дроп получился. Да, но этого я вообще не ожидал. У меня еще как много шальных карт. Но шальные карты, наверное, я буду тратить на эту самую Агеру РС. Потому что мне, когда я после видео, когда я открывал Агеру РС, мне большинство народу посоветовало именно качать ее шальными картами и переходить на открытие Макларна 650S. И я вот своих зрителей послушал и посчитал, что это правильное предложение. И вот уже, как видите, первый чертеж на Макларен этот я купил. Так что я уже в пути, как говорится, только начал свой путь.
для открытия этого автомобиля, так что буду открывать его. Ну и следующим этапом данного стрима, как я и обещал, я проеду, наверное, Clash. Ситуация на данный момент такая, наши соперники что-то не очень активно пока что катают. Не знаю, там, может быть, практикуются, присматриваются, но мы уже тут 20 тысяч очков набрали в защите. И сейчас я буду смотреть, какие гонки мне надо будет катать. Спасибо, народ, за поздравления. С ведром, да-да-да. Ну, ведро, но тем не менее, да. Теперь сливайся в 6 звезд Фольс. Ну, ты представь, как мне много надо чертежей, прям очень много. И меня жаба моя просто задушит, как тот питон. Если я еще начну сливаться на Фольца. Так, я иду в клан-чат. Здесь должно быть закрепленное сообщение. Вот оно, закрепленное сообщение. Сейчас я его открою и смотрим. Ну, по-моему, те же самые катки писали, что в прошлом. Клэш те же самые и в этом. Поэтому давайте начинать. И начинать будем с района Financial District. И с 16-й катки будем начинать. Здесь Кёнигсек и авто на максимуме. Ну, я выберу Ригеру, естественно. Вот, кстати, наши соперники сразу могут, так говорится, присматриваться, кто какие времена я буду ставить в этом клэше. Ну, я так понимаю, да, это будут, наверное, те же самые катки. Я уже на одном из своих прошлых стримов клэш катал. И тут, по сути, разнообразия не будет. Будет то же самое. Ну, я уж не знаю, что там они собираются делать. Мне, как говорится, главное сейчас хоть как-то проехать защиту, хоть не особо тут напортачить, нараканить. Я уже буду довольствоваться выполнением своей миссии на данный клэш. Не залетел все-таки, но, блин, скорость конкретно потерялась в этом моменте. Все-таки не идеально там получилось проехать. Агера, ну что ты творишь? Нормально же общались. Сейчас я тут вылечу, наверное, по традиции. Да, традиции соблюдаем обязательно. В конце этой катки вылетать с трассы я не могу просто без этого. Открыл 57 автомобилей. Бесконечные однообразные гонки из-за какой-то тачки. Лучше в GTA 5 поиграть. Ну вот тут что советовали? Или удалить игру, или купить хороший аккаунт. Одно из двух. Ну, конечно, преимущество у тех игроков, которые начинали игру там с релиза или практически с релиза. Поэтому у меня как бы таких заморочек нет. Гараж раскачан, есть на чем катать, лишь бы лофты только не чудили вот этими своими идеями. То они тачки урезают, то трассы урезают. В следующий раз, там, я не знаю, ручное управление урежут. Бергера прям такая пушистая булочка с кремом. Интересные какие-то ассоциации. У меня таких ассоциаций нет. У меня ассоциация на этой тачке одна. Это хот-дог. А знаете, почему хот-дог? А все потому, что декально этот автомобиль выглядит как будто хот-дог. Так, ну, я думаю, как бы я сейчас не проехал, если я, точнее, даже не я, если Ригера не решит там вот здесь вот сейчас вылететь с трассы, то я время свое должен улучшать. Вот, уже должно быть получше. По умолчанию. Ну, если я, конечно, до финиша доеду. Так. Я уже даже не знаю, что здесь делать, чтобы с трассы не вылетать. О, как более резко взял. Вроде бы повернул. Еще 1.02 будет, да? Даже 1.01,9.
Не используешь бусты, почему? Если имеется в виду какие бусты? Если имеется в виду какие-то трюки, то я не использую их, потому что мне бы хотя бы так доехать до финиша, блин, без всяких бустов. Обожаю хот-доги. Жму тебе руку, Болт. Я тоже. Да будут все на даче катать. Ну, я от этих великолепных разработчиков уже ничему не удивлюсь. Вы посмотрите, как в этой гонке крутятся бочки классно. Единственный смысл уже не имеет смысла продолжать мою мысль, потому что все. Все-таки Ригера, она своего достигла, она все-таки разбилась на этом месте. Живешь на одних хот-догах. Что там, на круассанах, наверное, еще на чем-нибудь таком французском. Так, следующая моя хатка называется Underpass. Underpass. Где это? Ага, вот это внизу. И это заезд номер 14. Coastal Loop называется. По-английски. Ну, тут у нас что, Ревентон Родстер, 4 звезды. Ну что-то Ревентон Ростер тут не очень подходит, поэтому возьмем А-класс. А-класс, который я уже выкатал весь. Мне тут катать по сути не на чем, наверное, уже, да? Ну из того, что можно взять, наверное, на поганке еще можно проехать. Hello, chill, hello, bro. Уху, ну тут все, тут, как говорится, противостояние жесткое началось в чате. Шавуха versus хот-дог. Это, как говорится, битва, продолжающаяся столетие. Это как Android и iOS. Победителей не будет, наверное. Как же я обожаю нитруху этой тачки. Можно спокойно лететь, вообще не париться по поводу того, что нитро закончится, потому что она тут практически никогда не заканчивается, блин. И управляемость такая. Облизывает повороты. Очень хорошо. Я всегда на последней точке ставят. Но когда был предыдущий формат Клэша, тогда меня ставили, ну, больше в середину и в конец. А сейчас, да, вот на конечные гонки ставят. Ну, это, по-моему, логично, потому что начальные гонки должны защищать лучшие игроки. А я, как вы понимаете, не отношусь к таким. Ута, здорово. Неправильно, ну и ладно. Дам шанс своим соперникам хоть что-то обогнать.
Так, вижу, Андрей закинул донат на 2 соточки. Спасибо большое. Как жизнь молодая. Все, как говорится, стабильно, все нормально. Было важно. Очень сильно сносит эту поганку, она что, прям такая очень легкая. Если я здесь улучшу, я очень удивлюсь. Можно не финишировать в таком случае. Так, вроде бы еще одна у меня есть попытка. Да, погнали. Очень долгая гонка. Разве не левый путь вначале шустрее? Да я без понятия. Давай поедем на левый путь тогда. Посмотрим, что получится. По-моему, на прошлый раз, когда я катал эту катку, у меня был стрим, и мне говорили, что лучше ехать направо, поэтому я вот это и еду направо. Ну, сейчас поинтереснее поворотик облезал, едем дальше. В прошлый раз что-то непонятное получилось. Поближе к стеночке, а то меня что-то уносило просто. Даже так не лучше. Ну и хрен с ним. Давайте переходить к следующей гонке, а то я уже, мне уже надоело эту длинную трассу катать. Что там дальше-то у нас идет? Аптаун 15 дальше идет. Аптаун это где? Это вот здесь. 15-й. С-класс. Агера РС, кстати. Агеру РС могу взять ради дополнительных очков, но тогда 4 звезды не заберу. Я так понимаю, S-класс любой можно брать. Из любого S-класса я выберу самый лучший. Ну,
Ну да, то, что там есть трамплин, типа, наверное, поэтому писали, что туда лучше ехать. Мне эта гонка уже очень сильно нравится. Аж настолько нравится, что я не хочу до ее даже дальше ехать. Бери Агеру, говорит Болт. А что, может по приколу Агеру взять? Типа в надежде, что до сюда не дойдут наши соперники или что? На Гере больше очей. Ну я-то понимаю, что больше очей. Просто если сюда доходят, то берут с первой попытки эту гонку. Ну давайте, ладно, давайте я героя возьму. Раз уж вы так ее хотите. Мне вообще не принципиально. Повыпендриваемся немножко на Гере РФ. Всем чатом ждем. Конечно, не дойдут. Ну окей, раз так. Туда не дойдут. Ну, едем уже на Агере. Все, решили. Сейчас как-то что ли получше получается в фоте развороты, нежели как они крутились на видосе, уже не так сильно заносит. Ну, пусть будет так. Когда чертежи на веном, ты, наверное, имеешь в виду. Ну, многие ждут, я думаю, очень многие. Не, если, как говорится, туда реально дойдут, то, наверное, да, мне прилетит от циклана. Что ты выбрал, сейчас начнется. Кус, здорово. Вот и дома. Ну, родные стены помогают смотреть стрим. Меня убеждают, что не дойдут наши соперники до этой катки. Ну, я на это надеюсь. Практически в то же время доехал. Так что такое. Да, фури попались, но... И последняя гонка, которую мне тут надо защитить, находится в районе Ист-Воли. И это гонка номер 13. Ну да, 13. Paradise Resort. Ну, это помните, мы на прошлом стриме выбирали автомобиль, который здесь лучше, и сошлись на мнении, что лучше всего здесь Вантаж. Так что давайте, наверное, на нем. Кому клюшный невирус на скал выпал? Точно не мне.
ты из этого клуба, да? Типа вы вообще не катаете. Ну какие-то там 4000 очей набрали. Ну тогда я проеду налегке на Aston Martin Vantage. А может быть это такая тактика, типа. Сейчас они нам расскажут, что они ничего не катают, а потом как начнут катать, а мы тут на расслабоне все проехали и в итоге сольемся. Катали гонки или игнорировали, как в прошлый раз? Админы сказали, решайте сами. Каждый может решать сам за себя. Как говорится, кто не хочет катать, никаких проблем вообще, не катайте. Я именно отнес себя к данной категории игроков, которые туда вообще ни разу не заходили. Ну, как говорится, кто хотел, тот катал. Кто не хотел, тот не катал. Ахмат, привет. 22 чертежа собрал, и все, событие закончилось. Ну, вот видишь, я собрал побольше, конечно же. Но плюсом к этому еще у меня был сегодня очень капитальный такой дроп на Chrysler. Не буду говорить конкретику. Но кто... захочет посмотреть записи, тот увидит, что там было. Это уже поближе. Я просто помню, что в прошлый раз я эту катку точно из 1.04 вышел. Явно не было такого, типа 0.4.7. Это вообще печально. Это уже ближе к моему именно времени на этой трассе. Ну, дело в том, что в Clash такой подбор, знаешь, мне тоже не особо нравится, потому что вот так вот у нас происходит, что... довольно редко мы гоняем клэши именно с командами плюс-минус нашего уровня. Ну вот, пример привести даже этот сезон. В первом заходе клэша нам выпал клуб, который, ну вообще, ну просто какие-то полные раки уж, извините. Которых мы там разнесли просто в пух и прах. И в итоге, после первого захода клэша, мы были на 4-м месте в турнирной таблице. Вот. Ну, естественно, находясь на 4-м месте в турнирной таблице, в следующий раз там кто попался? Правильно, Fury Masters. И получилось что? Обратная ситуация. Уже нас разнесли просто в клочья. А в этот раз, видите, опять, походу, попался клуб, который мы разнесем в клочья. Чтобы прям с кем-то так попадаться, побороться, реже получается, нежели вот такой вот разнос в одну калитку. То ли... мы разносим, то ли нас разносят. Ну вот, я же говорю, это мое время. 0.3.8. Здесь. Ну и, в общем-то, на этом мой проезд здесь завершен. Моя миссия выполнена в данном этапе защиты. И, соответственно, под конец данного эфира я все-таки попытаюсь каким-то образом просочиться в легендарную лигу.
на автомобилях, которые у меня здесь остались. Осталась у меня, по сути, здесь поганка, еще Океон остался. Ну, наверное, я попытаюсь с поганки начать. А там посмотрим. Судя по видосам, с ними мало кто катает Clash. Ну, видишь, мало кто видит смысл в этом. Ну вот я же говорю, типа, попадается клуб или мы разносим, или нас разносят, такое себе. Hello, Enuchcat 360. Короче, у меня в этой гонке будет только один соперник. Это вот эта вторая поганка здесь. На других я вообще не смотрю. Это дуэль с другой поганкой. Вообще просто поровну едем с ним. Он выбрал другой путь. Ай, широковато. Давай, 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 разгоняйся. Мне пофиг, каким я приеду, лишь бы вот этого поганыча второго обогнать. Ну, вроде бы обогнал же, это он был на пятой позиции, да? Да. Ну, понятно, Широн, Веном, Гимера. О чем тут можно говорить? Ну, хотя бы раз в год, да, можно запускать какой-то интересный, щедрый сезон. Так, ну 20 очков мне не хватает до легенды. Ну, просто нужна какая-то платиновая комната. И тогда все будет тип-топ. Но если вы мне будете наваливать здесь легенду, ну, извините. Будет очень трудно переходить. Ну, как бы, лучше выигрывать, я думаю, в любом случае. Кто же любит проигрывать-то? О, ну вот тут уже поинтересней. Ну, во-первых, Осака, во-вторых, только одна тачка из легендарной лиги. Ну, тем не менее, опять же, блин, Гимера. Вот развелось, слушайте. Просто вся суть моего интернета, понимаете? Вот один раз за стрим такое обязательно должно происходить, потому что такой у меня псевдоинтернет, понимаете? Ну это называется, постараемся зайти в легенду, вот и получаем. Ну, это уже новая традиция, то есть вы могли заметить, что в крайних стримах за стрим или один, или два раза вот такое вот происходит. Это не из-за игры. Ой, Гермес, не зарекайся. Нам бы хоть в топ-5% попасть. Это вообще не... Не, ну если, в принципе, будет в одну калитку, как я уже после этого стрима такое предположение делаю, что такое может произойти, то, может быть, мы в 5% еще втиснемся. Ну просто после прошлого захода мы там, ну, вообще по минимуму что-то набрали.
Возьми Виктора, попробуй. Ну, что-то я сомневаюсь в его возможностях здесь. Сейчас выкатываю поганку Акеон, и там уже, как говорится, что будет, то будет, наверное. Зайду, зайду, не зайду, ну, зайду попозже. Скилловые игроки с лавым гаражом. Это новый тренд, походу, да, будет. То есть, чтобы не набирать слишком большой общий уровень гаража всего клуба, но тем не менее игрок тащит. Так, ну мне уже дали комнату. Финиширую, называется, хотя бы вторым. Туатару, конечно, выносим за скобки. Ягер идеальный чел для клэша. Туатара, я все еду и думаю, где ж Туатара-то? Ну, как говорится, я вижу твой вопрос по поводу того, что против заведомо сильного соперника. Наш прошлый квест, мы играли против заведомо сильного соперника. Я не играл вообще, не заходил ни разу. Даже не смотрел, даже счета не знаю. Поэтому, как бы, вот я отвечаю. Мой вариант. Если ты понимаешь, что тебя разнесут, я не вижу смысла время тратить. Потому что все равно все очки соперник заберет. Или практически все. Как так Porsche 918 может бодаться практически всю гонку, извините меня, что-то тут не то. Если хотите сказать, что я ультиму обгоню здесь, нет, все-таки, хотя бы здесь все нормально. О, да ладно, я уже и попал в легенду, слушайте, плюс 24 дали за третье место мне, интересно. Нежданчик такой. Я уж не думал, что за третье место могут поднять в Легу. Ну тогда давайте выкатаем, наверное, топливо Венома. И на этом я буду стрим заканчивать. Вот 6 каток есть, поехали.
Хороший стрим получился. Самое главное, что хороший дроп получился. Это как раз то, чего ждал. Ну вот посмотрите, что происходит. Да, вот я находился в платиновой лиге, мне какие комнаты давали? Практически постоянно S-класс. Только перешел в легендарную лигу, дали тупо всю платиновую комнату. Вот где эта справедливость находится? В каких краях она обитает? Не, ну на этой трассе, может быть, еще какие-то варианты у чуваков есть против Венома. О, особенно если они мне вот эти мины будут подбрасывать под колеса, тем более. Так, ну пора уже куда-то разгоняться. Ну, варианты все-таки, как вы видите, были. То есть не настолько и много я обогнал этого чувака. Буквально на полсекунды всего-то. Лекс, здорово. Модерам респект. Это да, это перманентный статус. Модерам всегда респект. Конец стрима. Ну, Лекс, практически, да, уже конец стрима. Сейчас я выкатываю. Не болит, я хотел сказать, а Хэнсилоном F5. И на этом все. Так что уже стрим идет по инерции. Но зато какая инерция. Инерция на максимальных скоростях. Шанхай Пудун. Это то, что надо. То, что Хеннесси Веном F5 прописал. По-моему, да, по-моему, Жеке дарили аккаунт, если я правильно помню. Не, ну, я считаю, что это неплохо. Особенно для ютубера, но так как он изначально играл на винде, а там с каждым днем все меньше и меньше народу, все меньше и меньше интереса. Да и тем более эта привязанность к компу, это тоже такое себе. Поэтому заиметь хороший аккаунт на андроиде, это дорогого стоит. Оксана, привет, что-то вы, народ, подходите уже под конец стрима. Неужели хайп рассмотрели, а? Признавайтесь. Ну... Бамбуч, стрим уже получился годным. Если ты не видела начало стрима, то я не буду говорить, почему он таким получился. Потому что в повторе можно будет это увидеть. Потом, конечно, поливает капитально. Особенно если, как говорится, нормальные флоти развороты делать, и не такие широкие, как я, то тем более поливает. Только пришло уведомление. Ай-яй-яй-яй-яй. А я в начале стрима похвалил этот YouTube, что вот, например, Жеке Казаху пришло уведомление прям сразу. Но оказывается, не всем.
Что это за машина была сейчас? Кёнигсег Гимера. А долго нам еще в Оске и Шанхае кататься? До конца этого сезона, а потом пока что нет информации, будут ли Вовты продолжать вот эту вот свою политику по внедрению только двух трасс в первую сеть, или, возможно, они откатят все обратно и будут все трассы. Ну, как я уже предлагал, давайте две трассы. Скоростной сезон, там, Гималайи плюс Каир. Я вот такое вот хочу. И будет все топово. Но как решат Вовты, там непонятно, что будет. Я думал, София меня будет догонять все-таки на Гимере за счет своего ускорения, но у меня получилось выиграть. Тем не менее, видите как? Хорошая катка получилась. До конца гонки была интрига, кто же выиграет. Год для нас продолжать стрим. Ну, не знаю. GG. Yes, София, GG, nice race. Ну давай, Бамбуча, выбирай следующий автомобиль. Как говорится, на твой откуп оставлю продолжение стрима. На какой тачке этот стрим продолжать? Как вернуть рекламу, подскажи, пожалуйста. Ну, смотри, единственный способ, который знаю я. Он довольно геморройный, не всем подходит. То есть из телефона надо, во-первых, вытащить свою сим-карту. Или обе сим-карты, если телефон на две сим-карты. Это во-первых. Во-вторых, надо менять регион на какой-то другой, там, США, например, что-то такое говорили. И третий пункт, это надо менять язык именно в телефоне, не в игре, а в телефоне на английский. И после этого перезагружаешься и проверяешь. Ну, как бы раньше этот способ работал. Работает ли он сейчас, я гарантировать не могу, но попробую. У меня и без этих заморочек все работает. Так, значит, следующий автомобиль будет Еска. По заказу опоздавших на стрим. Но, конечно, судя по всему, опоздавших не по своей собственной вине, по вине тормознутого Ютуба, который не может прислать уведомления вовремя. Нет, насколько я понимаю, если потом обратно симку вставить, то работать не будет. Насчет языка можешь попробовать. Возможно, будет, но насчет сим-карты не должно работать. Сережа, привет.
Oh, come on, Safi. Some group streaming almost every day. But my streams is more exclusive than him streams. His streams. Ну смотри, я играю полулежа. То есть у меня подушка опирается, ну, опирается она там, и мой левый локоть, вот он, упирается об мою подушку. То есть это мне дает именно, ну, опору такую, понимаешь? У меня на весу руки не находятся. Это очень неудобно и реально будет очень мешать. То есть я считаю, что какая-то опора должна быть, чтобы ты держал телефон в руке крепко именно. Потому что когда ты играешь, допустим, ну вот, как говорят, сидя, да, вот и у тебя руки чисто на весу, ну это вообще неудобно. Это мне... Ну то же самое, если играть именно лежа, когда ты вот просто лежишь и держишь над собой телефон. Это тоже, по сути, получается на весу, и тоже это, как по мне, ерунда какая-то, если играть именно на акселе. А вот так как я играю, я считаю, что это наиболее подходящий вариант. Так, один. Трассу покинул, а это Римак. У меня тут буквально 3 метра осталось для того, чтобы его обогнать, но не хватило. Чуть-чуть. Оу, ну реально. 33 сотых секунды не хватило. Язык не надо менять. Ну, когда, как говорится... Я об этом читал, тогда говорили, что язык менять надо. Но сейчас я же говорю, пробуй, может быть, язык и не надо мне. На трассах происходит шторм, когда Олег берет Веном. Прям поэзия какая-то получается. Абсолютно так же играю. Ну, я просто не понимаю, как можно играть на аксе, держа руки на весу. Это же вообще дичь какая-то. Особенно если играть на чувствительности, как у меня, практически стопроцентной. Там мотать будет из стороны в сторону, что ну это вообще ни о чем. Поэтому я, например, когда еду там в какой-нибудь маршруточке, я всегда играю только там кубки всякие, которые можно на ТД проехать. Спасибо за... прекрасную рекомендацию по выбору автомобиля. Я взял лучший автомобиль, который только можно представить. Ну, я уже чат читаю просто. София пишет, что она... не смотрит мой стрим в долгую, потому что она не понимает, что я говорю. А вот мой соклан Сом сейчас начал активно стримить, и он же говорит по-английски, и в принципе можно что-то понимать. Поэтому она выбирает просмотр его стрима, нежели моего. Ну, в принципе, я здесь могу согласиться в том плане, что я сам не особо люблю смотреть стримы, в которые я ничего не понимаю. Сколько задонил в асфальте? 9, 8. В 8 асфальт я не донил вообще ни копейки. А в 9 асфальт, ну если так суммировать, я думаю, что уже, ну, баксов 150-200 за все эти годы уже набралось. Общая сумма. Но, конечно, справедливости ради стоит добавлять то, что львиную долю из этой суммы это была поддержка от моих зрителей. На те же самые пропуски, вот мне вот Мурат регулярно донит на пропуске. Так что именно конкретно своих там меньшинство из этих 150-200 баксов. Ну, это приятно, когда зрители поддерживают. Что хотя бы ты можешь не париться приобретением пропуска за свои.
Не, ну для ЕСКа, конечно, Шанхай хотелось бы, чтобы выпадал. Вот бы 6 топлива на ЕСКа и 6 гонок в Пудуне. Вот там бы мы тащили бы с вами, народ. А здесь что? Ничего особого. Здесь приходится с вандами бороться практически до финиша. Не пробовал сменить камеру, к примеру, экшен, просто когда уходил отдыхать от игры, то на ближний играл, сменил на экшен, и очень понравилось. Лайфхак, продлить удовольствие. Нет, не думал на этот счет. Ну, как-то у меня были такие стримы, что я, ну, просто по фану пытался на других камерах гонять. Меня это что-то вообще как-то не прикололо. Как-то теряется вот эта вот немножко ориентация в пространстве, даже из-за того, что камера, она может быть немножечко в какую-то сторону сдвигается, но тем не менее, именно вождение уже все равно ощущается как-то по-другому. Даже вот это влияет, расположение камеры. Вот если бы сюда добавили камеру, как в 8-м асфальте я гонял, камеру погружения, то я бы, конечно, бы на это что-то подумал. Может быть, я бы и гонял бы с погружением бы. Хотя я прекрасно понимаю, что для канала, ну, не всем нравилось, когда я именно по восьмерке с погружением гонял. Не все это как-то оценивали, что это за камера странная какая-то. Но меня прикалывало. Шанхая сегодня на ЕСКО не будет, я так понял. Я уже не первый раз замечаю, это тот же самый чувак, что ли, на Porsche Spyder, который... У него какой-то Porsche Spyder странный. Он должен тут капитально просаживаться в любом повороте. Он навязывает борьбу даже таким крутым автомобилям, как вот Koenigsegg ЕСКа, например. Я сейчас просто в осадок выпаду, если на втором месте именно вот этот чувак на Porsche Spyder. Нет, слава богу, не он. Но он на третьем, кстати говоря, месте, тоже неплохо. Заворотнюк, для меня лучше, конечно, Koenigsegg ЕСКа. Ты какие-то очевидные вопросы задаешь. Если Агера у меня только на одну звезду, а ЕСКа на 6 звезд. Как ты думаешь, какая машина лучше? На Koenigsegg Агера ты не можешь влить жетоны, потому что Koenigsegg Агера покупается за валюту Клэша. Поэтому, если говорить про слив жетонов именно на ЕСКа, то, конечно, я считаю, что на ЕСКа жетоны вливать стоит. И мое мнение разделяют очень многие игроки, особенно те, которые вот недавно на эту тачку вложились. Но надо учитывать то, что для езды на таком автомобиле нужен ключ, который не очень-то и просто добыть. Это какой-то прикол, реально, Шанхай вышел из чата. Широновое братство впереди едет. А, это Трион там затесался, мне показалось, что это три Широна.
Да, вот я же говорю, что с этого запуска ключа на ЕСКО многие получили ключ, реально. То ли дроп подкрутили, то ли что. Да нет, ГТР Макларенов уже не будет, потому что сейчас я выкатываю ЕСКО и, наверное, на этом стрим буду закруглять. Я бы закруглил его и раньше бы, еще после Венома, но я чисто ради Оксаны решил его продлить, потому что она попросила немножко еще погонять. Леманс Зегна и мой однофамилец, кстати говоря, в этой комнате. О, ну наконец-то дали Шанхай. Все, аж от сердца отлегло. А то я думал, все, уже и Шанхай выпилили. Будем только одну Осаку катать до конца сезона. Блин, Шанхай, другое дело. Вот тут ты уже реально едешь. Но в этой Осаке ты полтрассы набираешь скорости, потом полтрассы всех остальных догоняешь, которые уже оторвались от тебя. Я даже так хочу проехать. Мне вот этот участок нравится. Тут красивый такой тоннельчик. Когда вот такой отрыв в гонке, то я обычно именно сюда еду. Так, чисто полюбоваться этим местом. Если, как говорится, гонка проходит не через одно место, тогда я еду через то место. А если гонка через одно место, то тогда я еду правильно. Сегодня был на стриме хороший онлайн, я смотрю. Практически весь стрим держится свыше 100 зрителей. Всем большое спасибо, народ, что приходите на эфиры. Надеюсь, ставите активно лайки, подписывайтесь на канал. Volkswagen Coupe W12, я считаю, хороший автомобиль. Он приятный, с неплохой максималкой. И, в принципе, если бы не такой фактор, как MAC F1LM, это такой, знаешь, останавливающий фактор, стопорящий, то, возможно, я бы влился бы и в Volkswagen. Единственное, что мне в нем не очень нравится, так это, извините, его внешний вид. Ну, это, конечно, дело вкуса, но по мне, ну, такое. Какой-то он слишком строгий, если уже так мягко говорить. Слишком квадратный. Как какое-то полено. Это уже если не слишком мягко говорить. Но хоть под конец мне дали нормальные трассы. Тут можно разогнаться. Тут вообще подлететь на 300 километров в космос. Ну, так как эта гонка немножко через одно место проходит, поэтому я буду ехать сейчас направо. Но все равно никого не догоню. А, тут были даже два игрока на ЕСКО, вы посмотрите. Ну, тут именно комната чисто любителей Кёнигсек. Даже на четвертом месте тоже Кёнигсек, но уже Регера. О, 68, почти 69. Ну что, дайте мне минус один.
в этой гонке. Я уже займу свой заслуженный топ-69 и пойду спокойно. И пойду спокойно, кстати говоря, продолжать монтировать свой видос по лайфхакам вождения 9-го асфальта. И я думаю, что следующее видео, которое появится на канале, будет именно это видео. Ну, если ничего такого внепланового в игре прям не произойдет, насчет чего можно будет видос создать, то следующее видео будет для новичков. За третье можно минус один получить, ну да, прям по заказу, да, даже плюс дали, плюс 4, нифига себе. Ну, топ-64 нормально, в принципе, неплохо покатал. Вот меня поздравляют с открытием очередной тачки в мой гараж. Итак, 179 автомобилей уже у меня на аккаунте. Интересно, какая же тачка будет 180-й? Ну, возможно, это предстоит узнать уже в следующей обнове. Ну, а пока что я продолжаю свое коллекционирование. Не буду спойлерить капитально, что был за дроп на Крайслере, если его еще кто-то не видел. Но посмотрите в записи, там было реально интересно и годно. Ну, а пока что будем ждать следующий сезон, следующий сетевой сезон. Посмотрим, что за сетку запустят. Эту сетку на Volkswagen я даже катать особо не хотел, потому что, ну, мне вообще не интересно. Даже Epic, который там в конце, мне уже не нужен. У меня собраны все, чтобы тачку озолотить, когда она у меня поднимется на все звезды. Ну, а главную цель этого стрима я, в принципе, выполнил. Крайслер я открыл. Где же он тут? Вот, Крайслер можно вот так вот выбрать. И вот она, эта тачка, как вы видите, открыта. Ну что, народ, всем спасибо, что пришли на стрим. Спасибо за хороший онлайн. Андрею спасибо за его донатик на 2 соточки. Ну, удачи вам всем, народ, на трассах асфальта. И до встречи.